Медитация «Лада в семье». Выберите помещение, в котором вас никто не будет отвлекать. И позвольте себе уделить несколько минут своему внутреннему миру. Займите удобное положение, сидя или лежа. Прикройте глаза и отпустите все мысли, всю суету дня, все тревоги, страхи. Отпустите все дела. Поставьте намерение в сегодняшней практике гармонизировать ваши отношения с любимым и укрепить ваши семейные узы. Мысленно попросите всех ваших духовных помощников поддерживать и защищать вас в течение всей практики. Теперь перенесите свое внимание на ваше дыхание. Сделайте глубокий вдох и впустите в свое тело спокойствие. А с медленным выдохом отпустите все напряжение из тела. И сделайте еще один глубокий вдох. И почувствуйте, как ваше тело начинает расслабляться. Пусть ничего вас не тревожит. А если мысли приходят, то просто наблюдайте за ними со стороны. Наблюдайте за тем, как они плавно и легко проплывают мимо вас, как облака. А вы концентрируете свое внимание на дыхании. Ваше дыхание ровное, спокойное и легкое. Вы наблюдаете, как это здорово, когда жизнь продолжает существовать без ваших усилий и какого-либо участия. Это такое счастье, что вы можете свободно дышать полной грудью. Вы дышите спокойно, без усилий. И чувствуете, как легкие раскрываются внутри вас, наполняясь воздухом. А потом выпускают воздух обратно. Вы чувствуете, как с каждым вдохом ваше тело все больше расслабляется и погружается в состояние неги и безмятежности. Ваши ноги полностью расслаблены, руки лежат спокойно и тоже абсолютно расслаблены. Вы мысленно сканируете все свое тело и расслабляете каждую мышцу, каждую клеточку вашего тела. Особое внимание уделите мышцам шеи и лица. Позвольте себе представить, как перед вами появился белый светящийся столб. Свет от него разливается по всей вашей комнате. Вы трогаете этот столб, и ваша рука свободно проникает внутрь него. Ваша рука ощущает приятное тепло внутри этого светящегося столба. И вот вы погружаете в свет вторую руку и полностью входите в светящийся столб. Внутри него все залито ярким, приятным белым светом. И вы понимаете, что начали путешествие вверх по этому столбу. Движение в нем приятное и безопасное. И вот вы оказываетесь в просторной, красивой, светлой комнате, посреди которой вы видите картину, на которой изображена вы с вашим партнером. Ваш союз в настоящем времени, такой, какой он есть на самом деле. Эта картина очень реалистичная, и к тому же она не простая, а волшебная. У нее есть удивительная способность
отражать всю правду. Посмотрите на эту картину внимательно. Рассмотрите ее поближе. Вы можете мысленно увеличить ее, чтобы получше рассмотреть все детали. Посмотрите на ваши отношения со стороны. Как они изображаются на этой картине? Вы можете наблюдать, как картина ожила, и персонажи на ней начали двигаться и разговаривать. Посмотрите, какой момент показывает вам картина, какой сюжет происходит на ней. Посмотрите на свою роль в этих отношениях. Какая вы там? Какие качества проявляются в вашем образе на картине? Как вы выглядите? Во что одета? Какое у вас настроение? А теперь посмотрите на вашего партнера. Как он проявляется на картине? Посмотрите на его настроение, на то, какими качествами он обладает, как смотрит на вас. Обратите внимание на то, какие у вас отношения. Всегда ли у вас есть взаимопонимание и поддержка друг друга? Насколько сильно бьются ваши сердца от любви друг к другу? Посмотрите, насколько вам нравится эта картина ваших семейных отношений. Насколько каждый из вас счастлив в этих отношениях. И если вам хочется добавить в них яркости или больше понимания, заботы и любви, то произнесите: «Я выражаю свое волеизъявление исцелить наш союз. Я желаю, чтобы наши отношения способствовали духовному росту и наполняли позитивной энергией каждого из нас. Я выбираю быть вместе, поддерживать и любить друг друга. Я желаю послужить самым лучшим примером для моих детей, чтобы они прожили счастливую жизнь и познали счастье взаимной любви. Я желаю, чтобы наша семья стала примером счастливых семейных отношений для других людей. От всего сердца я прошу высшие силы помочь мне». Вы произносите эти слова с полной уверенностью быть услышанной. И тут вы видите, как издалека, откуда-то сверху, к вам спускается белая светящаяся энергия в виде белокрылой птицы-лебедушки. Каждое ее перышко искрится и переливается ярким светом. Вы видите, как она легко кружит над вами и подлетает все ближе и ближе. И вот она совсем рядом и останавливается напротив, неподалеку от вас. Вы чувствуете эту заботливую, любящую энергию. Это очень древняя и мощная энергия любви, женской красоты и семейного лада. Оттого и имя у этой энергии – Лада. Вам так знакомо это имя. Сейчас оно кажется вам таким родным и милым, потому что ваша душа помнит его. В жизни вы так часто произносите его: «Ладно, поладим, сладкий, услада». Все эти слова вызывают только приятные чувства и эмоции. Вы видите эту сияющую энергию, проявленную в виде лебедушки, и чувствуете ее материнскую заботу и огромную божественную любовь к вам. Она готова прийти к вам на помощь в любую минуту,
когда вы почувствуете в этом потребность. Ведь это энергия, поддерживающая семейные узы, любовные отношения и продолжение вашего рода. Она защищает беременных женщин, матерей и маленьких детей. И сейчас она предстала перед вами, чтобы помочь вам обрести счастье в вашем союзе с любимым. Мысленно расскажите ей о всех своих печалях и трудностях и попросите Ладу дать вам мудрый совет. И она отвечает вам. Ответ может прийти к вам в виде слов или образов. Послушайте, что она вам скажет. Запомните этот совет и поблагодарите Матушку Ладу за помощь. В ответ на благодарность Лада взмахивает своими белоснежными крыльями, и картина с изображением вашей семьи вдруг преображается. Вокруг образа с вашим мужем появляется светящийся красивый шар, который служит мощной защитой вашего семейного союза. Вы видите, как ваши отношения заискрились и начали переливаться новыми красками. В них проявилось больше гармонии, взаимопонимания, поддержки и любви. Ваши сердца забились в унисон и заиграли общую, ладную, красивую мелодию жизни, дарящую счастье вам и окружающим вас людям. Посмотрите, как изменились ваши образы, как теперь вы стали выглядеть, как теперь выглядит ваш партнер. Вы видите, как свет от вашей семьи разливается в пространство и зажигает своим примером другие семьи. Счастливых семей на планете становится все больше и больше. Как яркие точки, они начинают светиться в разных уголках города, распространяются по всей стране, и вы видите, как постепенно начинает светиться вся планета. Она излучает свет любви, и он такой яркий, что все вокруг тоже заливается светом. Все пространство заполнено ярким светом чистой любви. Вы делаете глубокий вдох и медленно начинаете возвращаться в свое тело. В то пространство, в котором сейчас находитесь. Вы ощущаете себя здесь и сейчас, в своей комнате. Медленно открываете глаза. Мысленно поблагодарите пространство за поддержку во время практики. Поблагодарите себя за проделанную работу. Поблагодарите своих духовных помощников и хранителей. Побудьте еще немного в этом спокойном состоянии. А потом можете приступить к своим делам с ощущением исцеления ваших отношений и получение невидимой энергетической защиты вашего союза от всех невзгод. И если на каком-то этапе вы почувствуете непонимание с вашим партнером или другие негативные чувства, то вспомните мудрый совет Матушки Лады. Также вы можете мысленно обращаться к ней за помощью, когда нуждаетесь в поддержке. Она всегда приходит помочь, если просьба идет от сердца. Только не забывайте ее поблагодарить.